Бокер том, работай, доброе утро, брохима баим, тискулу митцвот. Снова скажу одну маленькую историю, пару алахот. Однажды молодой человек приходит со своей супругой в отель, в гостиницу. И когда он заходит в гостиницу, он спрашивает место, двойное место. Ему говорят, вы заказывали одно место. И он начинает кричать, орать на этого работника. Этот работник говорит, я извиняюсь. Вот это то, что написано, и вот это то, что у нас есть, он говорит, я требую. И снова начинает кричать, знаешь, кто я и так далее. Работник говорит, я извиняюсь, вот это то, что у меня есть, то, что написано, то, что можем вам дать. Это то, что у нас забронировано. И было очень много шума, очень много крика со стороны клиента, а работник, он был как будто бы, да, очень спокойный. Тогда следующий человек, который пришел, и спросил этого работника, он говорит, good afternoon, what can I do for you? Красиво с ним начинает разговаривать, и он удивился и говорит, столько этот на тебя человек кричал, как это тебя не возмутило, как ты до сих пор держишь себя вот так вот, как ты себя держишь? Он говорит, смотри, я уже работаю на этой работе долгое время, я знаю одну вещь, я одну вещь научился. Когда человек на тебя кричит, значит ему плохо. У него есть какая-то проблема, у него есть что-то, он не переживает за свой отель, у него что-то, внутри какая-то проблема у него есть, и он за что-то переживает сильно, и он говорит, ему нехорошо, если я буду еще на него обратно кричать, да, и будет еще, что я могу этим исправить, и поэтому, говорит, я научился одну вещь, вот за столько много работы, когда на тебя кричат, этому человеку нехорошо. Это может быть твой клиент, это может быть твой сын, твоя дочь, это может быть твоя жена иногда, да? Это может быть кто? Этому человеку сейчас нехорошо. И very careful. Тоже Бат Исраэль, Бен Исраэль должен быть очень осторожен с людьми, которые на нас себя ведут некрасиво, кричат и разговаривают некрасиво с нами. Be very careful, be very considerate. Амекелим лакель, продолжаем законы Котеля, лакахат мина асавим агдолим бен. Бен Двеа Котель, Иштамеш Бехем Лесигула, есть Лема Амас Лесмох. Человек, который хочет взять небольшой растение, там на Котеле есть растение. Если взять кусочек этого растения себе для того, чтобы иметь Сигула. Сигула, она такая, как бы талисман. Сувенир. Это не сувенир, это чтобы тебе помогать. То есть человек, допустим, берет мацу, которую масудузи есть, он берет себе тоже как талисман, там, если у него там... идет на какой-нибудь суд, идет на какое-нибудь дело, и если это идет в кармане, с собой носит, это хорошо. И то же самое, можно будет взять вот это котель, с котеля растение. Вчера мы, да, можно. Вчера мы говорили о том, что нельзя брать ни камешки, ни песок оттуда. Но это растение можно будет взять, кусочек, если упал или отрезал, не знаю, и иметь с собой, нет в этом никакой проблемы. Рабин Хаг Шейзель Нашек. נוהגים לשגע עולה לספר תורה ליד הכותל או בבית הכנסת. אינו מנהג נכון על פי ההלכה או מצווה לבטלו בדרכי נועם. יש מנהג, נו, אני לא משתובנס את הכל מנהג. יש מנהג, כדי שלרק עלייה דלית, פוסלי עלייה, יבוא צלויות. יש לוזי כתובת, אני יודע, זה הספרד, יש תקי כתובת צלויות דרוג דרוגו פוסלי עלייה. נפיסנה את הנכת בו זה כותל, אלה שב סינגוגי. Я не знаю, бармитсва бой, он только что прочитал первый раз. Начинает целовать его. Написано, что это неправильный минхаг. Нельзя целовать человека, который в колесо. Тем более сейчас мы ходим с масками. Я не думаю, что мы хотим даже друг друга притрагиваться. But anyway, написано, что если такой минхаг даже есть, нужно его бедаркенуа. Приятно, его нужно отстранить. Да, отстранить этот минхаг. Ну, приятно, не кричат, не орать обратно-таки. И Бедрада Шем, дай Бог, чтобы Хлухаат, наш Бет Амидраш, отстроился. Барух Адонай, Олам, Амин.